Значит, в продаже вот такой вот замечательный телефон Sony Xperia 10 3i на одну сим-карту. Карта памяти вставляется, встроенная память 128 гигабайт. Очень шустрый телефон, компактный, его очень удобно держать в руке, за счет того, что он не очень широкий, как лопа, но он довольно-таки высокий, длинный. Но сам при этом у него ширина не чересчур сделана. То бишь в руке он очень компактно, очень удобно лежит. То бишь вот. Да. Уж я спокойно пальцем дотягиваюсь до другого края. Все функции работают. Камера очень достойная. Все хорошо снимает, все качественно. Цветопередач. Емкий аккумулятор. В общем, не знаю. По мне, из андроидов Sony Xperia самый лучший, наверное, на сегодняшний день. Ну, чисто по моему вкусу телефон. Отпечаток пальцев считывает на этой кнопке. Все ловит, все работает. Состояние практически идеальное. Что, не знаю. Здесь стеклянная крышка, соответственно. Нет ни царапин, ничего.